В Доме творчества Подмосковья в Алуште открылась выставка удивительных картин международного художественного проекта «Ангелы мира». В экспозиции представлены принты картин участников международного арт-проекта. Для гостей Дома творчества это открывает возможности не только визуального восприятия, но и тактильного ощущения каждой работы, что придает атмосфере выставки неповторимый, светлый, вдохновляющий характер. Нашей съемочной группе удалось побывать на открытии выставки и буквально прикоснуться к ангелам мира. Подробностями поделимся далее в сюжете. Я нарисовала ангела, ангела, который защищает всех детей. Идея необычного проекта зародилась в Сибири. Принадлежит она художнице Юлии Ивановой, что, узнав о своем серьезном заболевании, не отчаялась и в благодарность за каждый прожитый день, за возможность видеть своего маленького сына, стала рисовать ангелов. Юлии не только удалось победить болезнь, но и стать идейным вдохновителем масштабного международного художественного проекта «Ангелы мира». Она выполнена на тканевых полотнах при помощи компьютерной графики, но эскизы разрабатывались самими художниками. Плюс ее особенность в том, что 365 картин всего. Именно это картины, которые посвящены каждому дню, прожитыми нами в году. Все они связаны с личными переживаниями, с жизненными трудностями всех художников, к их отношению к жизни. Вот. И многие из них отражают то, что все-таки у каждого из нас за спиной есть маленький ангел-хранитель, который нас всех оберегает и защищает в этом мире. Арт-проект объединил творцов со всего мира. В нем уже приняли участие более 185 художников из 19 стран. Часть картин экспонируется в Европе. Большая часть работ на выставках в городах России. Проект привлек внимание большой аудитории. На сегодняшний день выставки посетило свыше 200 человек. Этот проект является международным. Выставки принимают участие более 18 стран мира. Вообще выставка изначально берет свое начало в городе Красноярске. К нам она отправилась из города Феодосия. По словам организаторов, основные ценности проекта – любовь, вдохновение, благодарность и единство. Особенность этой выставки в том, что эта выставка никак не связана с религией, несмотря на то, что она называется «Ангелы». Эта выставка – это отражение одной из историй жизни каждого художника. То есть художник посвятил свою картину определенному ангелу. Ангелу матери, ангелу дня. Вот у нас есть, например, в нашей экспозиции представлена единственная картина художником из Крыма, который, собственно, посвятил ее своему любимому, замечательному региону и назвал ее очень просто «Ангел Крыма». Мне запомнилась эта выставка тем, что ангелы переданы очень чувствительно, и не хочется даже отсюда уходить из-за того, что тут какая-то такая интересная атмосфера. Прикоснуться к ангелам, запечатленным на уникальных полотнах, можно будет в Алуштинском доме творчества Подмосковья вплоть до 15 декабря.